95-летний юбилей отметила Валентина Петровна Толкач, ветеран Великой Отечественной войны. Торжественное мероприятие, посвященное этой дате, прошло в стенах Северского историко-краеведческого музея. Глава Северского сельского поселения Андрей Дорошевский вручил имениннице поздравительное письмо от президента России. Мы все благодарны вам за то, что сейчас мы живем в мирное время. Да. Если бы не вы, нас бы сейчас не было. Спасибо вам. Валентина Петровна – человек сложной, но интересной судьбы. Награждена орденом Отечественной войны второй степени, медалями за взятие Кёнигсберга, за победу над Германией в Великой Отечественной войне. В день рождения этот список пополнился еще одной наградой – за победу над Японией, заслуженную еще в 1945-м. Удостоверение – это государственная награда. Не решите, я... Пожалуйста. У вас уже и так много. Да. Продолжилось мероприятие небольшой концертной программой. В адрес Валентины Толкач звучали поздравления, стихи и любимые песни.